Всем привет! Продолжаем играть Prophecy of Pandora. Мы с вами забираем... Yes, my lord. Нет, не то. Мы с вами забираем отсюда как можно больше тех, кого хотели бы сохранить. Давайте будем забирать, потому что, ну, бред какой-то творится. Так, что еще? Дозорно забираем, забираем. Охотниц на людей. Королевский стрелок забираем, 9 человек. Рейнджер 3. Гулям заката. Сквайр. Еретики. Поклонники. Мечник, скаут. Всех забираем. Просто забираем всех, потому что... Всех, кто влезет, точнее. Охотника за головами. Потому что опять едет наш веселый знакомый. Все вы его помните, все вы его знаете, все вы его ненавидите. Да. Вот этих заберем. Зря я приобретал их. Да, я имею в виду императора, у которого 2000 войска. Веселый мужик. Ездит по территории своей империи и отбивает то, что отбили у него. Обожаю таких людей. Прям молодец. Прям дай ему бог здоровья. Ну, один пилигрим остается тут. Ну и черт с ним. А мы сохраняемся и уезжаем. Ну, потому что смысла нет сидеть тут. Чтобы вы понимали. Я трижды уже отбивал этот город. И смысла еще в одной драке я не вижу. Мне это надоело. Мы едем в Сарамиш. После Сарамиша мы отправимся в другой город. И будем уже пытаться его захватить. Так, с тобой все понятно. Сохраниться. Марлеон. А в Марлеоне у нас 422 человека и плюс 40. Это войско... Легата Вариуса. Если захватим Марлеон, Итас они, естественно, уже забрали. Но если захватим Марлеон, то, в принципе, это хоть как-то скрасит этот маразм, который происходит сейчас. Сохраняемся и начинаем. Осадить. О, нет, снять. Сначала мы раскидаем уровни хоть как-то. А, городской новобранец давайте возьмем. Королевский стрелок. Не так. Вот так. А, вот так. 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 Хорошо. А, где? Я их потерял. А, вот они. Они у меня пойдут первым числом. Пускай валят. Кавалеристок очень мало осталось. Шесть соблазнительниц всего лишь. Благородная воительница. Ладно. Вот теперь можно. Делаем лестницы и пытаемся напасть. Пытаемся завоевать Марлеон. Сообщает, что... Иди ты нахрен, ты вояка, блин. Не чтобы прийти мне на помощь и отбить гребаный Итас хоть раз. Нет, зачем? Мы будем сидеть, праздновать в Сарлеоне непонятно что. Это же реально веселей. А ты издеваешься, что ли? Почему ты летишь, куда попало? Его убили. Ну, вообще шикарно. Так, ладно. О, хорошо, попал. Нормально. Слушайте, хоть первый раз попал. Ну,
Нет, теперь не попадаю. Как обычно. Типа, один раз попал и хватит с тебя. Сколько их там осталось у меня? Троих убили, 10 вырубили, я убил 7-х, 8-х. Кавалеристку опять же убили. Задолбали. Терять соблазнительниц, мне жаль терять черное сердце рыцаря, мне вообще не жалко. В каждом притоне есть по паре штук. Вот соблазнительниц тяжело добыть. Тяжело добыть ребят таких. Очень тяжело. Да ты издеваешься, что ли? 10 убитых на их 14 и 28 раненых. Серьезно? Что же за фигня такая? Что за фигня с Марлеоном? Я не знаю, что это такое. Я выступил уже 15 раз в одно и то же место. Вот, наконец-то убил этого урода. За бред просто. Стрелы летят куда попало. Наконец-то, блин. В смысле она ему в голову летела? Что за фигня? Почему? Вот. Почему до этого это выжило? Сколько? 18 против 19 убитых. Кошмар. Как отвратительно это все. Самое печальное то, что я потерял уже 20 человек, а по сути даже не пробился внутрь. Я все еще на лестнице гребаной. Спросить, пожалуйста, дайте пройти. Просто я расстроен. Шикарно, меня еще спихивают мои соблазнительницы убили. Ну, ненавижу эти города. Просто не. Я еще и упал. Где тут подниматься? Только там? Шикарно просто.
отвратительно город просто захватывать. Это. Он никакущий, просто не... А, ну да, шикарно, просто шикарно. Прибыли новые враги. И да, они все побежали на меня, естественно. Куда ж еще бежать, уроды? За счет того, что они побежали все за мной, мои смогли немножко пробиться. Я просто не могу, блин. Я развернусь назад, меня спереди убьют. Развернусь... Короче. Это бред какой-то, не город. Я не знаю, куда тут идти, чтобы хоть как-то... Просто 40 убитых, 40, твою мать. И 66 у меня раненых. Того сотня уже вышло. Блин, как я разочарован. Сильно, очень сильно разочарован. 23 на 23. Но с такими потерями я город брать давно уже не брал. С такими потерями я воевал только в одном городе. Это был... О, боже, как он... Как же он назывался? Я уже забыл, как он называется, твою мать. Это было в прошлом моде. Боже, как же он назывался? Я его 3 или 4 раза тоже брал. Постоянно вот эта вот фигня была такая, что воюем, воюем, и толку никакого. Давайте посмотрим, что там, кто там, куда там. Прибыли новые враги. Шикарно просто. Просто шикарно. Так, что я могу сказать? У меня 4, 5 осталось, да? 14. Просто снизу большинство. Против их 30. Короче, давайте вот так. Сколько у меня там воинов? 160. Причем 60 из них это те, кого уже победили. Те, кто уже не может сражаться. Раненые. Просто в атаку, хлопцы. Ненавижу этот арбалет. Я прям не могу. Боже. Наконец-то, твою мать, 3 стрелы, чтобы попасть в одно. Ну, там еще воины-кобры у меня остались, прикольно. Я думал, их всех перебили. Итого все плохо. Лучше не становится, скажем так. И все плохо из-за того, что у меня не хватает воинов. Даже с учетом 200 человек, этого мало для того, чтобы захватить нормально город. То есть надо больше людей. Или очень мощных людей брать, набирать. Да, прям продвинутых, сильно продвинутых. Тогда да, тогда шансы есть. Но это прям тяжело. Иди давай, вперед. Не беси меня, пожалуйста. Шевели. Оруженосец льва убит, блин. Вы хоть в курсе, у меня их двое всего. Двое. Не целых, а всего двое. Иди в атаку. Че ты визжишь? Рога, носорога. Так.
Есть. Есть. Хорошо. Куда попала стрела, Лита? Просто куда попала? Я ему в пятку попал, что ли? Чё он спиной вперед идет? Это вообще нормальные ребята? Против кого я воюю? Почему они спиной вперед ходят? Что за фигня? Хорошо. Очень хорошо. Вот так. Куда стреляешь? Лежать. Хорошо. В принципе, осталось не так уж и много. Допустим, научиться ходить по лестницам моим воинам. Вообще было бы шикарно, слушайте. Смотрите, один пошел, все остальные повторили. Молодцы. Прям верю в ваш разум. Почти. Чуть-чуть не доверяю. Самую малость. Шикарно. Добили. 9 убитых, 16 раненых. Это с учетом того предыдущего боя. 40 убитых. Ну ладно. Ну да, естественно. Теперь зачищаем дворы. Двоих. Хорошо. Кто еще? Где еще? Куда еще? Все, это последний был. Прекрасно. И теперь внутри. Хорошо, все. Фух, шикарно. Забрали, наконец-то. Кавалеристка, хорошо. Сквайр Черного Сердца, 10 человек, хорошо. Рыцарь-отступник, хорошо. Рыцарь-отступник Сорлеона, хорошо, допустим. Лесной бандит, 38 человек, мать их. Забираем, короче, всех, потому что нам нужны люди в любом случае. Я не знаю, что с этим выйдет. Просто не знаю, честно. Я их заброшу себе в замок, чтобы они там сидели просто, потому что надо хоть как-то чем-то равнять количество воинов. Хорошо, допустим. Да, я прошу Марлеон себе. Вы что, издеваетесь? Сейчас мне еще не хватало Марлеон провтыкать. А, да, дать всех 20 с фигом человек. Отдаем. И этих отдаем. И этих отдаем. И этих. И этих тоже отдаем. Так. Этого отдаем. Дать. Черное сердце, рыцарь-отступник. Мне, блин, воевать уже некем, честно говоря. Так. Так. Так.
просто сейчас поеду по ближайшим деревням собирать воинов. Хоть каких-то, потому что вообще никого нет. И закидывать их сюда, чтобы они воевали за мой город. Потому что просто некого, блин. Некуда и некого. Сквайр, давай. Магнус, давай. Вот у меня осталось уже 119. Это с учетом того, что я еще не всех отбросил. А, ладно, рейнджеры. Этих отдать, этих отдать. А, лучник. Отдать. Хотя не, сквайра в черного сердца я ставлю. Будут воевать за меня. Этого отдать. Этих я пока оставлю. Сквайр подымем выше. Этих подымем выше. И этих подымем выше. Итого 92 человека. Шикарно просто. Донжа, стихи. Охотник за головами мне не нужен. Спасибо. Yes, good sir. Well met. Нет. Торговля. 12 тысяч. У него, блин, 12, мать его, тысяч. 69. Нельзя использовать на коне, поэтому любое преимущество он теряет сразу. Это мы все продаем, короче. Я знаю, что я продал уже перчатки, которые хотел посмотреть, но нет. Нам нужны продукты, нам нужен хлеб, нам нужен сыр, нам нужны фрукты. Смотрим. 115 человек в Сорлеоне. Пока мы сохраняемся и будем смотреть уже дальше, но позже. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.